И у нас уже начинают юноши, даже не дают нам сказать ни слова. Поэтому давайте просто насладимся танцем и следующей дисциплиной. Дисциплина юноши. Аплодисменты, дорожка, Карина Антонов, Захар, Украина открывает финал рок-н-ролл юноши. Украиной мы закрыли награждение, ей же и начинаем следующую дисциплину. Пара наблюдает за повтором своего выступления. Как я и говорил, украинская дорогие школа, она очень богата, во-первых, на быстрые вращения, которые двойные, тройные, четверные. И также, конечно же, очень важно обратить на ту пластику, которой обладают спортсмены этой страны. Это, конечно же, может быть, дорогие друзья, встречаем врожденная пару второго захода. Пара номер 104, Бобровский Глеб, а теперь пара из Москвы. Клуб «Феникс». Couple number 104, Бобровский Глеб, Антрошина Варвара, Russia. Аплодисменты паре, дорогие друзья, Трошина Варвара, Бобровский Глеб, Россия. Спасибо, молодцы. Хочется напомнить, что в этой дисциплине, в дисциплине юноши недавно ввели полуакробатические элементы. Они не обязательны, их можно делать в программе всего лишь два раза, что продемонстрировала пара
как минимум единожды. Я прошу, была одна поддержка не очень рука. Удачная, соскользнула нога у партнерши с бедра партнера. Возможно, это, конечно, повлияло на их окончательную оценку. Провожаем аплодисментами нашу пару и встречаем пару третьего закона. Пара номер 139. Ахабай Георгий, Каверина Елизавета, Украина. Please welcome the heat number 3 and the couple number 139. Дахайбай Георгий and Каверина Елизавета. Go. Очень мощное выступление пары. Очень классный танец. Были элементы даже хип-хопа. Вот что мы сейчас видим на повторе на экране. Очень классно, что в наш вид спорта, в акробатический рок-н-ролл, внедряются другие разновидности, другие стили. Такие как хип-хоп, что-то из R&B. Очень много шпагатов, стойки на руках. Это все очень здорово. Знал ли Элвис Пресли, что рок-н-ролл будут танцевать под рейв, драм-н-бейс и битлз в обработке? Конечно же не знал, он таких групп даже не знал. Молодцы, очень хорошая пара. Очень нравится их презентация, они классно выглядят. Что? И было оценено судьями первое место предварительно. Смотрим дальше и болеем. Please meet heat number 4 and couple number 142. Немченко Даниил и Двайжон Мария, Украина. I gave you soft, I gave you sweet, just like a lion you came for sheep. Oh no, don't try to hustle me. You took my love, mistook it for weakness. I guarantee I won't repeat this. No, don't try to hustle me. I live my life like a bullet in a gun. Give you all my love till my patience is done. Oh no, don't try to hustle me. So don't. So don't hustle me, don't hustle me.
Аплодисменты, это выезжен Мария Немченко, Даниил. Молодцы, пара, очень хорошее выступление. Очень ровненько, уверенно. Спасибо, Марк, за вас. Без помарок. Хочется заметить, что партнерша даже немного, как я сейчас вижу со сцены, выше партнера, но даже это не мешает им делать полуакробатические элементы. И я прошу вывести результаты пары на экран. Да, только что я это сказал, если бы ты слушал меня повнимательнее, возможно, ты бы не стал этого повторять. А мы двигаемся дальше. Пара номер 127, Шабров, Никита Лыкова, Мария, Россия. Please meet hit number 5 and the couple number 127, Шабров, Никита Лыкова, Мария, Russia. Мария, Шабров, Никита, Россия. Спортсмены из петербургского клуба «Лидер». Новая фишка у этого клуба. В фонограммах они стали применять очень большое количество спецэффектов. Поначалу могу сказать, что это резал слух, а сейчас уже привыкаешь, что вот такая вот у них специфика. Даст ли это результат? Сейчас, я думаю, мы увидим на экране. Да, хочется сказать, что очень всегда красивые костюмы у этого клуба. Очень нравится. Ярко. Ждем оценки. Красивая музыка. Призрак оперы, если я не ошибаюсь. Так. Что-то пошло не так. А что пошло не так? Очень тепло встречает зал нашей российской пары. Это, конечно, приятно. Потому что после европейских турниров понимаешь, что такое поддержка. Второе предварительное место у петербуржцев. Шестой заход. Встречайте пару номер 101. Багдасарян, Максим, Глебова, Арина, Россия. Couple number 101, Багдасарян Максим, Глебова, Арина, the Russian Federation. Thank you.
Глебова Арина, Ванкасарина. Если я не ошибаюсь, это первый раз, когда эта пара входит в финал. Но они очень молодцы, я считаю, это достойно. Очень прыгучий, очень ритмичная пара. Приятно смотреть. Хороший основной ход. Есть даже поддержка. Небольшой секрет, эта пара специально приезжала в Петербург к одному из специалистов. И могу сказать, что это дало результат. Ну да, как мы видим. Заключительный седьмой заход на площадке. Пара номер 132. Малыгин Михаил, Коваленко Клычкова, Екатерина, Россия. Please meet heat number 7 and the couple number 132, Russia. Еще одна пара из Петербурга, из клуба «Стиль» закрыла этот финал. Я считаю, что очень хорошо раскрыта тема. Костюмы нарисованы скорпионы. Присутствует несколько движений, подобно скорпионам, сгибают ноги спортсмены. И даже в фонограмме присутствуют песни группы «Скорпионс». Ну, я считаю, эта комбинация должна им помочь сейчас. И вот это да? Вот суперкомбо приносит серебро клубу «Стиль». Поздравляем. Молодцы. Поздравляем. Итак, дорогие друзья, провожаем аплодисменты. Дальше у нас будет знак рождения. Второе место. И после награждения мы продолжим. У нас будет дисциплина юниоры и юниорки. Рок-н-ролл юноши, которому начнет буквально через 1-2 минуты. In a couple of minutes, we'll start the award ceremony and we'll see all the young, beautiful, bright couples again and we'll give them main awards. Ну что, Дмитрий, можно сказать, мы пересекаем экватор сегодняшнего финала. Да, у нас уже остается еще, если не ошибаюсь, две дисциплины, да? Да. Юниоры и буги-луги. Нет, трип, ты не прав. Как я ты не прав? Потому что у нас есть юниоры, буги-юниоры и буги. А, буги-юниоры, конечно, как же я забыл. Да. У них, если не ошибаюсь, не было отборочных туров, да, у них сразу финал? Да, да, этим спортсменам, с одной стороны, можно сказать, проще всего, потому что они меньше времени находится сегодня в этом зале. С другой стороны, им тяжело, они с места. Ну да, так прям пекло. Сходу, да. И без разминки. Ну, с разминкой за сценой, но без пробы площадки, без отборочного тура, без тура надежды. А мы знаем, бывали случаи, когда тур надежды очень даже помогал. И не только тур, не просто отборочный тур, когда ты выходишь на площадку, пробуешь ее, смотришь на зрителей. И тебе уже не так страшно выходить второй раз, и даже, мне кажется, легче.
Как раз Итак, дорогие друзья, у нас все готово. У нас награждение. Церемония награждения юноши. Давайте встречать 7 пар финалистов Кубка мира. Юноши, мы приглашаем вас на площадку для проведения церемонии награждения. And we roll the red carpet for the finalists of the World Cup Rock and Roll Juveniles. Seven young couples, beautiful and bright. Приветствуем наших спортсменов и приветствуем судей, которые я приглашаю на площадку, чтобы провести эту церемонию награждения. We welcome the athletes and the judges that we invite to give the medals and trophies and cups to the athletes. Ну что ж, дорогие друзья, начинаем церемонию награждения юношей. 7 место. Немченко Даниил, Двоежон Мария, Украина. And here we are. The seventh place goes to Немченко Даниил and Двоежон Мария, Ukraine. Шестое место. Багдасарян Максим, Глебова Арина, Россия. And the sixth place is taken by Багдасарян Максим and Глебова Арина, Russian Federation. Поздравляем нашу пару, которая занимает шестое место Кубка мира. The sixth place of the World Cup. Пятое место. Бобровский Глеб, Трошина Варвара, Россия. And the fifth place is taken by Бобровский Глеб and Трошина Варвара, Russia. Аплодисменты нашей паре, пара, которая занимает пятое место. Четвертое место занимает Антонов Захар, дорожка Карина, Украина. Приветствую пару, которая занимает четвертое место. And the fourth place is taken by Antonov Zakhar and Daroshka Karina, Ukraine. Пьедестал. Кубка мира. Пьедестал юношей. Третье. Призовое место. Шабров Никита, Лыкова Мария, Россия. And the third place of the pedestal is taken by Шабров Никита and Лыкова Мария, the Russian Federation. Российская пара занимает третье место. Поздравляем их. Второе место. Вторая ступень пьедестала. Серебряные медали. Малыгин Михаил, Коваленко-Клычкова, Екатерина, Россия. And the second place is taken by Malygin Mikhail and Kovalenko-Klychkova, Екатерина, the Russian Federation. Аплодисменты паре, которая занимает второе место. Российская пара. Второе место. And a round of applause that we gave to this young, beautiful couple. Thank you.
первое место. Обладатели Кубка мира в дисциплине рок-н-ролл юноши. Тахабай Георгий, Каверина Елизавета. Украина, первое место. And the first place in the main trophy, the World Cup, go to Тахабай Георгий, Каверина Елизавета, Ukraine. Аплодисменты паре, дорогие друзья, паре, которая занимает первое место. Кубок мира рок-н-ролл юноши уезжает на Украину. So the World Cup Rock'n'Roll Juveniles 2019 goes to Ukraine. Я приглашаю тренера пары победителей на площадку. And we kindly invite the coach of their champions on stage. Приветствуем тренера победителей в дисциплине рок-н-ролл юноши, тренер обладателей Кубка мира. Мы вас поздравляем с победой ваших детей. Вручаем вам тренерскую награду. And this is indeed a very important award that goes to the coach of the champions of the World Cup champions. Поднимайтесь к своим детям. Обязательно кубки вверх, дорогие друзья. Дамы и господа, в честь страны победителей звучит государственный гимн Украины. Please raise to the national anthem of Ukraine. Спасибо, аплодисменты. Мы поздравляем Украину с победой в дисциплине рок-н-ролл юноши. Ребята, Thank покидаем you. Площадку. Thank you, and we congratulate, cordially congratulate Ukraine with this victory. И впереди заключительная рок-н-ролльная дисциплина сегодняшнего вечера. Юниоры. И здесь у нас